Наталья Комарова вручила югорским нефтяникам награды. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня нефтяника на площадке «Газпромнефть-Хантас». Почетные грамоты и благодарности получили около 20 сотрудников компании. В этом году «Газпромнефть-Хантас» отмечает круглую дату – 15-летие. В скором времени ожидается еще одно большое событие – добыча 150-миллионной тонны нефти на Приобском месторождении. Добавлю, на территории региона расположено около 1500 месторождений, на которых трудятся десятки тысяч нефтяников. Первую партию черного золота нашли 60 лет назад в районе Шаима. Я уверена в том, что сплоченный коллектив организации, используя традиции первооткрывателей, сделают родные югорские имена, используя еще одну цитату из вашей уже коллективной деятельности, лучшим местом на земле. И период трудной нефти будет совпадать с эпохой новых открытий.